Рустам Набиев. Я смог. Уфимец Рустам Набиев, который лишился ног после обрушения казармы в Омске, смог преодолеть очередное испытание. Его он придумал сам. Покорить самую высокую горную вершину России – Эльбрус. Рустам полгода готовился к восхождению с помощью изнурительных тренировок. Свое восхождение он совершил 12 сентября и посвятил эту победу жене и двум дочкам. Изначально он хотел сделать это на санках, однако пришлось подниматься с помощью рук и ледорубов. Так, на руках, Рустам прошел 13 километров. «Я просто хочу сделать все своими силами, пройти этот путь без посторонней помощи, потому что это нужно в первую очередь мне». Молодой человек уже несколько лет ведет блог, который мотивирует других людей с инвалидностью и без жить и двигаться вперед, не пасовать перед трудностями. В блоге Рустам подробно описывает все, что происходит в его жизни. И вот оно, самое важное сообщение с вершины Эльбруса. «Я смог зайти на Эльбрус. Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются». Написал он в соцсетях, сообщая об очередной победе.